хардкоров, на самом деле. Да? Единственное, сапики бедные у Спирит за счет того, что и Марси, да, там погибала и ЦМ-чка, нападение на Идалона. А тут тем временем Тос. Слушай, Тайдрингер. Да, залетает, но тут ЦМ-ка перетянулась, и можно наказать Миру за такую наглость, либо убить Коллапса. Колба на месте, Коллапс должен погибать. Килл достается Пандаму. Ну и Мира, что там? Колба от КДшата в скором времени, еще и крест от Кунки. О, Тарота приехал сюда. Роллинг Тандера. Докатится или нет? И шоткрашем добивает все-таки он показа. Пытается отсюда уйти отсюда Пандаму. Его тоже преследует этот бешеный водитель абсолютно. Ну, два килла. Хотел от Торонто активных действий. Получай. Да. Наконец-то Торонто завел свою жигу. Выехал уже на 6-й минуте выделению команды Thunder Waker на контринициации. Вырывается в топ-1 по нетворсам. И браво, браво, Team Spirit. Довольно хороший отрезок. Но Tidehunter уже начинает более-менее комфортно себя в топе чувствовать. У Tidehunter есть кольцо. А теперь на шмотке. И пойми, почему он так настроен. Он настроен серьезно. У него тараска там. Нападение на Даркмагна. Очень далеко. На хосте Бэтрайдер. Там все телепорты. Ну слушай, Еторп убежит отсюда или нет? Они без кунки, они без кунки. Это хороший момент подраться. Есть Траевач, можно прожимать. Тут куча героев не дают этого сделать. И нажимает Травагу все-таки по троим. Катается здесь Пангольер. Не добили, Етора до сих пор блэкхолом отвечают. Засосали здесь Саклида, и это плюсовый файт для... Из плюсов то, что был потрачен блэкхол, с другой стороны, наивы Рэвача дали. По идее, должна быть довольно пассивная игра. Но можно играть от креста Кунки с тараской, между прочим. 3000 хп. Поцепили. Там не тупи. Но телепорты. Показ всех забайтил. Может быть, просто отойти показ. Но он считает себя неубиваемым. И правильно думает, потому что у него огромное количество хп. Там тем временем Даркмаг летает по КП. Фаербой. Жжет там абсолютно всех. Етора, добить бы его как-то. Размен имеется. Торонто выживает там на крополях, но это минус. Тарасочку. Угу. Тут, кстати, можно Раваку нажать. А вопрос хороший. И это Райда. Там БКБ от Ятора. Ну нет, тогда Сакрида надо отдавать. Раваку будет ли нажимать? Пасу! Он живет на луку ХП Сакрида. Ладно! И Рэвач все еще можно нажать. Разлетаются эти щупальца. Можно наказать Миру, как минимум. А куда бы Холк вставать, непонятно. Только в Мэтью. Мэтью стянул на себя двух героев. Неубиваемый Кунка все еще в деле. Вот и будет Найт Пульс. Кстати, там процент урон. Рядом, правда, стоит Дарпак. Как же больно. Там вся команда бьют. Thunder Waker умерла. Надо бежать. Смок нажимает. Может быть, телепорт какой-то, я не знаю. Но ТП в КД у Кунки. Неужели будет файтиться? Один против всех. Одного. Нет, не шотнул. Пока что его замедляет. Вот, здесь смотри, Непошка преследует. ХП. Ой, ну где демедж-то? Он вроде есть. Там 200 урона. Стайдрингер нормально залетает. Но никогда не 1-4. Да, здесь уже ЦМ-ка резнулась, с байбека прибежала. Едва ли был бы импакт, и они умирают. Это минус 6 сейчас будет у команды Team Spirit. Полноценный камбэк. Выход на Рошана, кстати, чекают его. Он прямо сейчас появился. Ох, какая драка важная. Возможно, на игру, друзья, ставится Vision. Хорошая позиция для Team Spirit. Но как они мира видят всех. Ой-ой-ой, греча полетела. Тозует он такого героя, как Бэт Райдер. Тот не успевает нажать КП. Остался без КП. Там все в скиллах Джекироса сейчас стоят. У тиммейта ЦМ-ки тоже хороший. И Блэк Холл по трем героям бьет туда Торонто. Токи с вэшбаклом. Уже минус 3. Байбек от Бэтика. Но это все, наверное, за зря. Ведь Team Spirit все фуловые. Ятра только нажал свою приколу. Закончилось. Слушай, ну там, конечно, умирает сейчас Нигма, но Коллапс уже потратил свой блэкхол. Прыгает сюда Мира. Все герои без БКБ по обе стороны баррикад. Откдешилась классопа. Хватает урона, не хватает урона. Ой, как пробить хотя бы кого-то. И вот Кунг, он танкует. Но дэмэджи где взять, я не пойму. И есть алибарда, но нечем пробить. Тролля, это буйство для Торонто Токио. Бешеный мидер команды Team Spirit. И можно сделать еще один рэмпейдж. Последний здесь Сак. Он пытается убежать прямиком на базу, но Team Spirit давит его до конца. Второе буйство. Суммарно. Сейчас идут за Рошаном, заберут Аегис и будут заканчивать игру. Я не вижу так, здесь, как могут... Так уже Манкингбар летит троллю, забирают, как ты говоришь, Рошана. Так, все... Повтор. Хороший врыв от Мира здесь. Посмотри, что с Бейтиком стало просто. Он до нажатия БКБ, все, он не... 7%. И 3% всего лишь на Сандеровой. Это что? Где 3, это там, где Бэтрайдер вывозит тролля просто под фонтан, скорее всего.
Ну, под фонтан, да, будут варианты. Но там Аегис, опять же. Таронто уже здесь, преследует Бетика. Тот успевает улететь, из Гриммер. Мэтью, ты куда? Да, прыгнул, по-моему, кто вносить будет. Так в том-то и дело, и тут скорее БКБ успеет нажать. Тролль, есть как бы... Колесо Фортуны, собственно, Фангалия, БКБ, поехала БКБ, пока. А вот и МКБ, работает идеально, Кунка умирает скорее всего, а вот и на благо, по всем благу! Сюда. Ну это скорее всего good game, друзья, потому что Кунка без бая на 90 секунд туда даже. Ну там есть Аегис, не будем забывать, и даже его пока выбить не получается. Отходит назад. Коллапс уже здесь. Надо постелить поляну, наверное. Мипошка раскидывает свои спылы. Выбивает первую жизнь все-таки из тролля. Ну и что, получится ли кого-то зафокусить? Там в бэклайн. Напал бы Трайдер. Катается Торонто. Хочет убить саппорта. Без бая. Здесь находится ЦМК. Хватит ли дэмэджа? Хватает. Файт 2 на 4. Где? У Трайдера огромные проблемы. Ну, далее фраг от Мипошки, поэтому еще одного рэмпаджа мы не увидим, скорее всего. Это good game, победа Team Spirit на карте под номером 2. Что за чудо камбэк, дорогие друзья? Что за Black Hole? Что за игра? Драконы? Ну, ничью точно.